Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале MobileGamer. И в данном видеоролике мы поговорим о будущем мобильного Apex, а также вы узнаете, почему Apex Legends Mobile — это будущее киберспорта в СНГ странах. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! Ну а перед тем, как я начну сегодняшний разговорный видеоролик, я бы хотел узнать от вас, моих зрителей, какой контент по мобильному Apex вы бы хотели видеть на данном YouTube-канале. Очень будет интересно узнать. Так что обязательно напишите об этом в комментариях по данным видеороликам. Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни играл в мобильный PUBG и знает, что это такое. У данной игры очень даже немаленькая аудитория, и каждый день в нее заходит и играет огромное количество мобильных игроков. Именно на данный момент она является главной мобильной королевской битвой в мире киберспорта. По ней достаточно часто проводятся разные киберспортивные турниры, и именно поэтому игра очень популярна в СНГ странах. Да, конечно, помимо мобильного PUBG, также многие мобильные игроки играют в COD Mobile и Free Fire, но у мобильной колды королевская битва сделана просто ужасно. Плюс у игры нет официального YouTube канала в СНГ странах, а также по ней, к сожалению, не проводятся никакие киберспортивные турниры, только вот сейчас недавно запустили чемпионат мира и включили в нее Россию. Чего, кстати, ранее в 2020 году вообще не было. Но Free Fire — это просто Free Fire, донатная помойка, куда, кстати, катится и мобильный PUBG. Это лично мое мнение, поэтому прошу не писать какие-то гневные комментарии по данным видеороликам. Если хотите узнать мое полноценное мнение по PUBG Mobile, то обязательно посмотрите данный видеоролик, подсказочка будет сверху. А речь еще даже не шла о PUBG New State, который выйдет в октябре этого года и, по сути, станет убийцей мобильного PUBG, так как, по сути, он лучше PUBG Mobile во всем. Намного лучше реализованы различные механики, лучше графика, стрельба не такая топорная, как в мобильном PUBG. Да и в общем-то, если честно, намного интереснее играть именно в PUBG New State. Конечно, я не могу на 100% утверждать, что в будущем PUBG New State станет только лучше. Наоборот, его могут испортить различными цветастыми скинами, а также донатом. В общем, теперь вы наконец-таки понимаете, насколько будет большая конкуренция после релиза мобильного Apex и PUBG New State. Поэтому именно между двумя этими мобильными играми будет проходить борьба за звание лучшей мобильной королевской битвы на Android и iOS. Но вы спросите, а почему будущее киберспорта в России именно за мобильным Apex? Все просто. Во-первых, я как игрок, который отыграл огромное количество времени в Call of Duty Mobile, а также поиграв перед ее релизом в PUBG Mobile, могу сказать, что динамика в мобильном Apex просто потрясающая. И это именно то, что не хватает киберспорту в России. Да и порог вхождения в Apex Legends Mobile будет достаточно высокий. Это вам не PUBG New State, где геймплей достаточно медленный. У вас есть огромное количество времени принять различные решения. Более масштабная карта, где очень много открытых пространств. Да и вы не заметили, что в PUBG Mobile в основном перестрелки происходят на дальних дистанциях. Такая же ситуация происходит в той же Call of Duty Mobile в королевской битве, Free Fire и многих других мобильных королевских битвах. Вам лишь нужно хорошо контролировать ваше оружие, а также изучить различные раскидки, а также местность карты. И тогда вы будете неплохо ориентироваться в самой местности, а также хорошо играть. В мобильном в Apex же намного больше различных механик. Вам нужно хорошо стрелять, ориентироваться в местности, умело использовать сильные стороны вашей легенды, а также ее способности. Ну а также, как и во всех других мобильных королевских битвах, уметь играть в самой команде. Ведь по сути, в мобильном Apex вы в соло не вытащите. Нет, ну если, конечно, вы не киберспортсмен, который набивает в каждой игре более 20 фрагов. Да, конечно, может быть, тогда вам фортуна улыбнется, и вы сможете затащить каточку. Но в остальном в Apex Legends Mobile будут играть самые скилловые ребята. Ну и конечно уж точно не в два пальца, как я в настоящий момент. Такие раки, как я, быстро уйдут из мобильного Апекса. Ну а те, кто не умеет играть или им не понравится мобильный Апекс, то они попросту уйдут в PUBG New State. Или вернуться в тот же мобильный PUBG. Ведь всегда проще уйти из той игры, где у тебя ничего не получается. Просто некоторые люди так устроены, что им лень потратить некоторое время на изучение механик игры. Трудно научиться играть несколько пальцев и просто понять суть самой мобильной игры. Но опять же, я никого не заставляю играть в мобильный Apex и не заставляю его полюбить. Это лишь ваше желание, играть в Apex Legends Mobile или нет.
Просто я уже предвижу наперед будущее самого мобильного Apex. Ведь по сути нынешняя популярность мобильного PUBG обусловлена популярностью его старшего брата. Но уж поверьте мне на слово, мобильный PUBG сотни раз хуже ее старшей версии. Но к сожалению, в СНГ странах люди сначала смотрят на популярность бренда и серии, и только потом на качество самой мобильной игры. Более того, аудитория в СНГ странах менее платежеспособная, чем сравнивать таковую с европейскими странами и ее жителями. Вследствие чего может повториться такая же ситуация, как с Call of Duty Mobile, которая в европейских странах намного более популярная, чем Call of Duty Mobile. Но по экономическим показателям Activision просто не интересен СНГ регион. Так что я очень надеюсь, что Electronic Arts и Respawn Entertainment не забьют на российский регион. Сделают нормальную локализацию, нормальную озвучку, хорошо оптимизируют игру к глобальному релизу и добавят еще больше количества контента. И тогда, если разработчики мобильного Apex откроют официальное представительство в России и других СНГ странах, тогда мобильную игру ждет отличное будущее и популярность такая, как у старшей версии Apex Legends. И уж поверьте, тогда у мобильной версии Apex будет и свой официальный русскоязычный YouTube канал, и огромное количество различных киберспортивных организаций, турниров. И уж поверьте, тогда в нем будет участвовать огромное количество участников, чтобы побороться за большой призовой фонд. Ведь по сути не всем мобильным игрокам нравится медлительный геймплей, который мы можем наблюдать в PUBG Mobile, который мы будем наблюдать и в PUBG New State. Многим не хватает динамики, и только поэтому они играют в Call of Duty Mobile. Главное провести нормальную рекламную кампанию, чтобы по возможности больше мобильных игроков узнали о вселенной Apex Legends и что за игра мобильный Apex. Ведь как показывает практика, не каждый мобильный игрок вообще знает, что такое Apex Legends. Они никогда не играли в данную игру и даже вообще не знали о существовании данной королевской битвы. А зря. Ведь по многим параметрам и аспектам Apex Legends намного круче PlayerUnknown's Battlegrounds. Но это уже совсем другая история, и в данном видеоролике мы не будем их сравнивать. Конечно, разработчики мобильного Apex навряд ли посмотрят данный видеоролик. Ведь какое им дело до ютубера, который снимает контент по мобильным играм и не только? Но если они воплотят в жизнь все те вещи, которые я перечислил в данном видеоролике, то мобильный Apex ждет отличное будущее, ведь согласитесь, что с узнаваемостью приходит и популярность самой мобильной игры. И уж поверьте мне на слово, что в таком случае Apex Legends Mobile составит отличную конкуренцию PUBG New State. Ведь по сути, на рынок мобильных игр на Android и iOS выходит уникальная королевская битва, который никоим образом не похож на тот же Free Fire или PUBG или PUBG New State. Так что я очень надеюсь, что в будущем Apex Legends Mobile достигнет своего пика популярности и привлечет в свои ряды огромное количество нормальных скилловых ребят и девушек, которые будут адекватно себя вести, а не так, как матерятся в том же стендоффе. Стыд и срам таким мобильным геймерам. Ну а вы, мои дорогие зрители, обязательно напишите в комментариях, что вы ждете больше. Выход PUBG New State или глобальный релиз Apex Legends Mobile? Будет очень интересно узнать именно ваш выбор. Но на этом, к сожалению, данный видеоролик подошел к концу. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся со следующих видеороликах не только по Apex Legends Mobile, но и по другим мобильным играм. До скорого!